Дорогие друзья, я, Илза Лиепа, приглашаю вас на спектакль «Прыжок в свободу». Этот спектакль о жизни выдающегося танцовщика 20 века Рудольфе Нурееве. Но этот спектакль о жизни, о поиске человека своего пути. Его жизнь была наполнена невероятными событиями. И поэтому этот спектакль интересен для самого широкого круга зрителей, не только профессионалов, хотя там есть все. Там есть танец, там есть пластика, там есть музыка, там есть драма, там много смешного. Как в жизни бывает рядом смешное и трагическое. Этот спектакль не оставит вас равнодушным. Приходите, мы будем очень рады вас видеть. И я тоже выступаю в этом спектакле наряду с другими замечательными артистами в роли Рудольфа Нуреева Сергей Янковский.